Тут мне бы хотелось привести цитату Навида, что Шопен происходит или родился в Варшаве, сердцем поляк, а талантом гражданин мира или человек мира. И вот мне кажется, что именно Шопен — это какая-то особенная единица именно и в музыкальном мире, и вообще в человечестве, потому что его мир, его музыкальный мир, он настолько особенный, именно неподражаемый. И он, конечно, он происходит тоже, конечно, у него есть большая традиция, в том числе связанная с Бахом, и с Моцартом, предположим, и там, с Беллини, например. Но все равно его музыкальное высказывание, его вот все творчество, оно стоит как-то особенно. Его музыкальный язык уникальный, неповторимый. И да, вот это для меня Шопен.